показать. Сегодня у нас вторник, 13 октября. Завтра Покров будет Божий. Собирал калину. Пришел сюда. А тут работа идет. Брат Владимир чистит печи. Помыть надо руки, потом все. Вот так печь кто-то делал. Совершенно неправильно. Вверху, где вот труба выходит, он там положили железную плиту. Для чего? Ее не вытащить ничего нельзя. Как будто кто приготавливал эту кару для нас. Сам печник и ничего не могу сделать. Убрать. А убрать это, ломать надо там больше полтонны кирпича. Пластью лежит. В чистоте 25 на 12,5. Кирпич красный. И он все прочищает. Прочищает, а дальше-то последний канал, оно сделано наполовину почти закрытый. Она бьет в него и разворачивает. Вот так брать то, что уже неправильно сделано, неправильно воспитанное. Паля лежит тут у нас. А где черная? Черная вон где лежит, черная. А? Черная, ты где? Контур только один. Это у нас привезли помидоры. Помидоры доспевают. Ну, черневка прожила там. С улицы подобрал кошку одну, но до того хорошая. А Паля ни с кем дружно никогда не жила. А с ней в одной корзинке спят там пушистик. Это я вот принес. Надо выбирать сейчас листики. Калина. Она куда угодно его. Мы просто не умеем пользоваться ей. Это я привез, сделал себе такую спинку, что если заснул за компьютером, не упасть назад. Один раз по Теряевке было, заснул и назад. Он обыкновенный, табуретки вот такой вот сидел. И голова как дернулась назад, я думал, позвоночник переломит. Если газетку дадите, я покажу. Так, что нужно сделать? Ну, показать можно плиту-то эту. Плиту? Ну, да. А как ее покажешь? Да ладно. На последнем канале она лежит. Вот она, вот она. Вот все. Ее никак нельзя вытащить. На каком она уровне стоит? Вот. Ну вот, ну как, это все раздолбить, значит, это рухнет. Упереть вверх как-то, не знаю. Не знаю, не решаюсь. И какой она длины, неизвестно. И зачем она там лежит? Ну, делал не печник, так просто ляпали. Ляпали можно переделать, а здесь переделать нельзя никак, только разламывать. Там видишь, какое отверстие. Она идет нормально, все, здесь-то я обогреватель делал. А дальше-то выхода-то нет никакого. Ну, покажи рукой ее. Да я хотел камерой показать. Да жалко, ты ее сейчас захватишь. Да, чуть-чуть там. Запачкаешь. Ничего страшного. Вон она, ее видно. Все видно? Ну, я думаю, видно будет. Тебе надо вверх показывать. Пониже надо опустить. И вплотную к этой. Угу. Нет, не видно будет, да? Ну, может, чуть-чуть видно будет. Да и кому это надо? А это вверху я сделал пробил, кошкам лазить. С одной комнаты в другую вентиляция. Вентиляция работает. Гонит. Это вот все внизу. Надо делать тоже. Еще попробую сейчас что-то перебирать, куда высыпать-то. Фактически ведро-то уж больше набрал. Ладно.